Всем привет! 21 мая. Акация цветет полным ходом, правда погодка была плохая. Вот сегодня такой денек. Пчела работает. Сразу до обеда веса на плюс пошли. Так, о чем я сегодня хочу показать. Некоторые говорят, на акации пасека зароилась. Я проблем не вижу. Хотя и матки роевые все. Уже сейчас все пока. Давно не менял. Значит, ну я думаю, что роение на пасеке это в основном больше от лени пчеловода. Можно это избежать, просто надо иногда делать некоторые работы. Но вот которые работы делаю, я показываю. Вот именно сейчас вот цветет акация, да. Ну сейчас за ней следом глядича цветет, поэтому знаю, что будет взяток. Погода сейчас восстанавливается. Ну, когда дождь там, то не без этого. Какие я делаю сейчас работы? Это не каждый день, это раз в неделю, а то последний раз я делал здесь на неделе две назад. Ну, там по видео показано. Ну, сейчас покажу. Вот как раз вот с этой семьей я самую первую на корпус поднимал. Сразу. Тоже тут крышку снял. Сейчас везде стоят уже потолочены у меня. Немного на потолочены. Так, ну взяток идет как бы потихонечку пчел пилют. Ну, конечно, не так, как хотелось, но тем не менее уже заливает. Так, рамочку пока сюда поставлю. Мои какие действия? Я ищу рамки, которые тоже нужно заливать. Я поднимал расплод, ну и которые более-менее не залиты. Я вот по весу трогаю, даже чтобы вроде легко. Да, вот это тут был расплод, уже почти повыходил. И вот эти рамки, вот хорошая подзасев матки. Я опускаю на первый корпус. Вот одну рамочку. Потом вот тоже, да, вот расплод был видно. Даже еще не весь вышел. Подзасев матки хорошо. Как раз поясок, да, вот он. Расплодик еще печатный немножко есть. Вот такие рамочки подзасев. А снизу поднимаю печатный расплод. Две рамки сверху опустил. Так, вот это уже тяжелое. Да, тут уже тут они заливали. Так. Вот так залито все. Тут пятачок пустой. Это мисочки-то я поднимал. Пчелыш дуркует, а яйца в них нету, чтобы маточник потянуть. Вот, все, две рамки я нашел. И с этих рамок я пчелу стряхиваю. Одна и это вторая. Все, теперь я снимаю второй корпус и смотрим первый корпус. Расширение в корпус или еще под низ, но рановато, еще мало залили. Все, ну теперь ищу печатный расплод, желательно, конечно, на выходе. Желательно на выходе. Так, это рамочка, которую я ставил лощинку. Разновозрастный расплод. Вся рамка, центр печатный.
Это у нас гнездовая. Ну, вот рамочка. Так, нет, это не пойдет. Пальцы много, видно, уже и мисочки есть. Так. Да, конечно, изоляция маток это уже неплохо. Угу. Вот хорошая рамочка. Ее поднимаем на второй корпус. Прекрасная, пыльцы почти нету, сверху медочек тоже. Отлично. Так, ну я пока ее ставлю в сторону. Надо же еще матку найти. Так, вот здесь вот место под засев есть. Это не пойдет. Ну, вот тоже неплохая рамочка для поднятия наверх. Посмотрим еще. Это тоже овощинку ставили. Вот такой расплод печатный. Ну, я скажу, о, а вот она и матка попалась. О, хорошая же. Не знаю, видимо, нет, вот она. Вот она. Жопка тянута такая. Ну, эта матка уже старенькая. Вообще ее надо менять уже. Вот она и пойдет сейчас работать. Она на этой рамке. Это шрамку, которую я со второго корпуса под засев. Тут есть медок, ну, пчелки подберут. Вот рядышком ставим. Одна. Здесь у нас пошел печатный расплод. Даже можно через одну сделать. Так, есть еще одну рамку. Ага, матку я видел, значит, вот эту рамку на второй корпус. Не знаю, видно, нет. Вот он, второй корпус. Я ее сюда в середку вставляю. И еще одна рамочка мне печатная нужна. Ну, такую беленькую я не хочу брать, вот эту вот. Это овощинка, пускай свежая. Обновляем гнездо. Вот рамочка хорошая. Засева нету. Расплод выходит. Вот это тоже поднимаю на второй корпус. Ну, здесь собираем эту рамку, которая с второго корпуса, ставлю я ее следом же за этой. Это матки работать тут хватит. Все. Все же хорошо. Семья не в роевом. Эту вставляем обратно рамочку. Вот такие работы. В принципе, недолго. Но я думаю, это лучше, чем выйдет рой или семья уйдет роевой. А так сила семьи наращивается. Вверху расплод выйдет, пчелы добавятся. Здесь матки из детей.
А в июне, вы представьте, тогда уже силища начнется такая быть. Так, сейчас еще штучку почистим. Решетку установил. А в июне уже тогда можно будет и брать печатный расплод и усиливать послабее семьи, ровнять на подсолнух, на главный взяток, чтобы были семьи другие. А эти чуть-чуть ослабляем, ну, удержим отравление тоже. Все, вот такие работы. Быстро, в принципе, недолго. Ну, мне на пасеке они помогают. Так что всем удачного медосбора.